Сейчас я вам расскажу, как сделать перевод трансфера на кожу. Мы выбрали цветок, он у нас лежит в стороне. Первым делом, что нам нужно, это очистить кожу, обеззаразить, обезжирить, для того, чтобы микробы не попали, рисунок хорошо приклеился. Все. Я использую спирт, очищаем кожу. И если на теле есть какие-то волоски, все это заболеваем. Нужно для того, чтобы краска не задерживалась на них. Заодно убираем ненужную кожу. У нас чистый участок, и он готов на синий рисунок. Первым делом мы обрезаем ненужные края на листе и прикладываем, смотрим расположение рисунка. Если нас все устраивает, мы берем фломастер либо ручку и фиксируем края, где он расположен. Это нужно будет для того, чтобы потом в правильном положении это перевести. Берем трансферный гель, я использую трансферилу. Мне очень нравится, хорошо держит рисунок. Наносим тонким слоем на участок кожи. Здесь немножко осталось трансфера. Так, чтобы пленочка была небольшой. На ощупь немножко липкая. Излишки можно вытереть бумагой. Берем наш рисунок и прикладываем. Выставляем метки. Прикладываем. Можно использовать салфетку, можно пригладить руками. Рисунок остается в любом случае. Аккуратно снимаем, смотрим, что у нас получилось. Рисунок остался. Если все всех устраивает, можно подождать, пока он высохнет, и приступить к работе.